Посмотрев на стол, кто-то скажет, что с правой стороны у нас карандаш, а с левой стороны у нас ручка. Нет, это у нас два карандаша. С правой стороны обычный карандаш, а с левой стороны у нас автоматический карандаш. Но автоматический карандаш не в том виде, в котором мы привыкли видеть и понимать автоматический карандаш. Так вот у нас называется данный карандаш. Наклейка легко отдирается, под ней ничего не остается. Карандаш у нас выполнен из пластика. Кнопочка нажимается мягко. Нижняя часть пластикова, это у нас силиконовая накладка. Внутри. Вот все детальки, больше тут ничего нету. И вроде бы у нас тут стержень, но внутри он пуст, по размеру он как стандартный стержень на многих китайских ручках. Но нижняя часть у нас идет из металла, здесь идет пружинка. И она у нас как раз и пишет. Что удивительно, что вот эти вот части продаются отдельно, как в виде стержней, так в виде и самих наконечников. И этот карандаш продается под таким брендированием «Вечный карандаш». Нажимаем на кнопочку, и у нас появляется вот эта пишущая часть. Так у нас рисует обычный карандаш, и его можно спокойно стереть ластиком. Берем наш автоматический карандаш и рисуем. И у нас получается то же самое по, так скажем, по внешним признакам. Вы не сможете отличить, где писал обычный карандаш, а где автоматический. Это также можно стереть спокойно ластиком. Не знаю, насколько его хватит и как, насколько он будет крепок, не могу сказать, но я пытался его как-то ломать, кусал зубами, и в принципе он выдержал и до сих пор пишет. Поэтому вещь довольно интересная. Раньше я даже не знал про такие карандаши автоматические. В моем представлении автоматический карандаш это был такими из наборов. Такие, наверное, из 90-х годов маленькие такие детальки. У каждого свой был наконечник уже заточенный. Потом пошли автоматические карандаши, где пишущая часть была вставлена внутрь, такая длинненькая, тоненькая, и они менялись отдельно. Ну, а сейчас появились вот такие интересные карандаши. И я считаю, что это очень интересно и очень ново. К покупке рекомендую. Цена за три таких карандаша была 150 рублей. Покупал на Алиэкспрессе.